Посмотрим программу для чистки вашего смартфона CleanMaster. Запускается только окно, где информация идет об SD-карте, когда вы последний раз чистили. Можно посмотреть, почистить историю кэш, кэш системы, Google Play Market. Но это лучше, конечно, не трогать. Кэш, ну давайте историю очистим. Делов-то. Кэш файлы будут очищены. Продолжить. Окей, нажмем. Почистили кэш файл. Кэш файлы. Выходим назад. Смотрим. Управление приложениями лучше, конечно, не трогать. Личное. Поиск истории, журналы звонков, браузер, повтор сканирования. Вот то, что оно занимает. Можно посмотреть. Задание. Память календаря, Google. Все идет анализ по-прежнему. Но здесь лучше, конечно, это не трогать. Видите, что это приложение определенное. С этим, конечно, нужно поосторожнее быть. Смотреть, что вы удаляете. Управление приложениями. Можно какие-то удалить. Сами видите. Ну, давайте настоящий аквариум удалим. Окей. Видимо, это приложение удаляет без следа ранее установленные. По крайней мере, так они говорят. Здесь можно выбрать. Вот такое. Сегодня очищено 12 мегабайт. Чего-то я удалил. Но это вместе с той программой. Здесь имеются настройки. Можете посмотреть. Время каждые 3 дня, размер, автоубийство включить. Что еще здесь есть в настройках? Обновления, оцените нас, отзывы о нас. Вот, в общем, такая программа CleanMaster.